Вера, а ты видела новую серию про сиреноголового? Да, это было очень страшно. Привет, девчонки. Ну что, готовы? К чему? Как к чему? К соревнованиям, конечно. Ой, девочки, я так переживаю за эти соревнования. А чего переживать? Мы же все равно выиграем. Почему ты так уверена? Мне сегодня сон снился, что мы выиграли кубок. Нельзя сны рассказывать, то не сбудется. Вот теперь я точно переживать стала. Но зачем ты это все рассказала? Я сказала это, чтобы тебя успокоить. Что за глупости? Что значит не сбудется? Мне еще так моя бабушка говорила. Пока не сбудется, что было во сне, рассказывать нельзя. Что за глупости? Ты еще про черную кошку вспомни. А что? А я вот реально недавно шла, и мне дорогу перебежала черная кошка. И из-за этого я получила 2 по математике. Ты 2 получила, потому что уроки не выучила. Это все ерунда. Никакая это не ерунда. Иногда это работает. Ничего подобного. Не выдумывайте. Это все ерунда. Кто верит в приметы, ставьте лайки этому видео. И подписывайтесь на канал. Ну вот, этого еще не хватало. Кошмар, у тебя порвался шнурок. А, и что? Порвался, и ладно. Правда, домой не знаю, как пойду. Ты все-таки будь поаккуратнее. Ладно, девочки, хватит болтать. Пойдемте лучше тренироваться. Ай, моя нога! Болит. Вероника, что случилось? Сильно болит? Я говорила, чтобы ты была аккуратнее. А если бы вы не страшили своими страшилками, ничего бы и не было. При чем здесь мы? Все, больше ничего не хочу слышать о ваших приметах. Из-за них у меня теперь нога болит. Вы чего ругаетесь? Ничего. А ты идешь в зал? Пойдем в зал. А что у тебя с ногой? Ничего, у них спроси. Девочки, пойдемте в зал. Да, может, реально не надо было и говорить? Да она какая-то в последнее время слишком нервная. Да не обращай внимания, пошли тренироваться. Вероника, ты до сих пор еще на нас обижаешься? Отстаньте. Вероника, ну мы же хотели как лучше. Давай помиримся. Девочки, а что произошло? Из-за чего вы поругались? Из-за того, что много кто-то говорит под руку. Девочки, давайте не будем обижаться. Нам надо к соревнованиям готовиться. Я уже вообще ничего не хочу. У них только одни плохие приметы на уме. То не то, это не это. Неправда, есть и хорошие приметы. Да? Да, если бы перед соревнованиями не ругаться, то можно получить 1. Это не приметы. Я вообще уже не хочу верить ни в какие приметы. Конечно, зачем в них верить? Это полная ерунда. Все, ладно, не хотите и не будем верить. Я тоже не хочу. А я, конечно, еще чуть-чуть верю. 2 я из-за этой черной кошки получила. Да хватит уже! Ну я, как все, не верим, значит, не верь. Давайте лучше о хорошем поговорим. У меня сегодня такой прикольный сон снился. Только не надо про сон. Да он не страшный. Мне приснилось, что мы пришли на тренировку. А тренироваться так не хотелось. А потом объявили, что тренер заболел. Да, очень хороший сон. Ну, вроде как несерьезно. И мы потом все пошли есть мороженое. К
Кстати, а где тренер? Уже тренировка должна была начаться. Только не говори. Я ничего не говорю. Девочки, я пойду спрошу, почему тренер опал. Почему вы так на меня смотрите? Я что-то неправильно сказала? Сейчас узнаем. Ну что, где она? Она... Заболела? Да нет. Забыла, что у нас тренировка? Хуже. Ну зачем ты рассказала про свой дурацкий сон? Теперь он сбылся. Вероника, ты что, в приметы начала верить? А как тут не поверить? Сначала шнурок, потом нога. И теперь она свой сон рассказала, и тренер куда-то пропала. Чего ты смеешься? Просто смешно, как ты переживать начала. Я-то пошутила. В смысле ты пошутила? Да сейчас она придет, ее просто директор задержал. Она сказала, чтоб мы сами разминку начинали. Ну ты даешь. Видишь, не сбываются твои вещи и сны. Понятно? Не сбываются, и хорошо. А жаль, было бы круто, если бы твой, Вероника, сон сбылся. И мы бы выиграли кубок! Девочки, хватит болтать, пойдемте разминаться. Пошли. Девчонки, я проведу разминку. Ребята, а вы верите в приметы? Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал! И чао-какао! Ребята, поддержите нас подпиской, чтобы Вероникин сон сбылся, и мы выиграли кубок. Ребята, подписывайтесь на канал Орео Вероника и ставьте лайки этому видео. Ребята, поддержите меня подпиской, чтобы мой сон сбылся, и чтобы мы выиграли кубок на соревнованиях. Нажмите на красную кнопочку подписаться, чтобы она у вас стала серой, чтобы мой сон точно сбылся. А я вот реально недавно в школу шла, и мне дорогу черная кошка перешла. И я двойку по математике получила из-за этого. Ничего подобного, это все ерунда. Ребята, подпишись на канал. Ребята, подпишись на канал, чтобы Вероникин сон не... Ай, опять. Два, три. Раз, два, раз, два, три. Я что, что-то так неправильно сказала?